Всем привет! Сегодня буду менять натяжитель ремня на Hyundai Solaris. Вот такой вот натяжитель я уже купил в сборе с роликом. Данный двигатель прошел 165 тысяч. Ролик я уже менял здесь. Сам ролик натяжителя не трогал. И вот сейчас пришло время уже поменять. И первым делом мы начнем замену с того, что вот этот верхний болт с генератора мы полностью откручиваем, а нижний ослабляем. Подаем генератор сюда до упора и тем самым немного ослабляем натяжку нашего ремня. Далее снимаем правое переднее колесо. И откручиваем натяжитель в сборе. Я взял дубликатный. Он мне обошелся 1200 с чем-то там. Уже сейчас точно не помню. Ну, грубо говоря, со всеми доставками, с моими. Пусть он обойдется даже 1300. Оригинальный стоит, по-моему, 4000. Сейчас сравнивал эти натяжители и обнаружил такой момент. На старом натяжителе болт ролика идет на 14, ключ свободно одевается, все нормально. На новом же этот болт не на 14, на 14 не налазит, на 17 уже болтается. Вот есть у меня головочка на 15, а вот головочка на 15 тоже как-то она болтается, не сказать, что она прям подходит. Но если что, вот головка на 15. На 14 уже здесь не подходит. Ну и давайте будем пробовать ставить. Сейчас ремень у меня здесь ослабленный. Пока что на ремень я не обращаю внимания. Просто ставлю натяжитель. Итак, затянули, значит, ролик. Поставили на место. Далее скидываем ремень с вот этого обводного ролика. И одеваем на все остальные ролики. Пока что генератор не трогаем. Одеваем ремень на свое место, как он должен быть. Сейчас, ну, на старом ролике, на старом натяжном я бы сделал как? Я бы накинул ключик на 14 на натяжной ролик и одной рукой бы натягивал ролик и закинул бы здесь ремешок. Ну, то же самое я сделал, просто здесь у нас сейчас болтик не на 14, а на 15. Ну, накину сейчас головку на 15 и буду отжимать, значит, наш новый ролик. И вот здесь вот ремешок вот этот вот буду накидывать на обводной ролик. Итак, накинули ремешок. Далее оттягиваем генератор и наживляем болтик. Ну и все. На этом закончили. Заводим, проверяем наш новый натяжитель. Ну и все, ребята, на этом все. Ну вот так легко и быстро можно поменять ролик. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока и удачи. Пока-пока. Ага. Я обошелся.